Именно так выглядит Кубок Дружбы Народов. Символично соединенные четыре руки, как четыре стороны света, держат футбольный мяч, как олицетворение земного шара. По периметру кубка выгравировано название команд-победителей прошлых лет, и вот к ним добавилось еще одно. На стадионе «Юность» за кубок боролись команды разных народов мира. Армяне, азербайджанцы, татары, узбеки и таджики, а также представители разных уголков России. Матчи под лозунгом «Национальности много, игра одна» проходят в Петрозаводске ежегодно и стали доброй традицией. Проект прошел путь от городского до международного, и с каждым годом собирают все больше футболистов со всего мира. Одна из команд впервые приехала на кубок из Самарской области и, представляя Башкир, вышла в четверть финала, но проиграла в серии пенальти спортсменам из города Кейм. Ну, во-первых, мы приехали за 2000 километров, можно сказать, это уже вот под впечатлением этого. Увидели как бы новые команды, это всегда как бы впечатляет, то есть организация. Ну, вот знаем, что играли с командой, которая в прошлый раз заняла второе место, и сразу же вот как бы первая игра с ними, то есть и уже видать, что здесь уровень серьезный. В прошлом году массовый межнациональный проект «Кубок Дружбы Народов» победил в конкурсе «Россия – футбольная страна», и с каждым годом события набирают обороты. Из года в год получается, что варьируется от 16 до 24 команд, при том, что заявок там больше 35 ежегодно в наш адрес поступает. Единственное, что мы не можем позволить из-за нехватки инфраструктуры приглашать все команды, а так, в принципе, мы готовы сделать большой чемпионат мира и провести его, может быть, в следующем году на двух полях, то есть на стадионе «Спартак» и на стадионе «Юность» одновременно. В финале Кубка на поле встретились команды «Адлар-Юрду», сборная, представляющая национально-культурную автономию азербайджанцев Республики Карелия, и команда «Поморы» из Беломорска. Беломорские спортсмены одержали победу в 2021 году и уже второй раз название их команды выгравировали на Кубке Дружбы Народов. Дарья Белова, Станислав Шведов, служба новостей.